ברוך את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה, אמן. Мы зачитаем книгу Шемот, Исход, 30 глава, с 11 по 16 стихи. Исход 30, с 11 по 16. «Ваидабер Адонай эль Моше леэмор, ки тиса эт рож бне Исраэль лифкудэм, венатну иш кофер нафшо ла Адонай бифкод отам, вело йе баэм негеф бифкод отам». זה יתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 אגירה השקל מחצית השקל תרומה לאדוני. כל העובר על הפקודים, מבין 20 שנה ומעלה, ייתן תרומת אדוני. העשיר לא ירבה, העשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט, ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני, לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכיפורים, מעד בני ישראל, ונתת אותו על עבודת אוהל מועד, והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני, לכפר על נפשותיכם. אמן. Присаживайтесь, пожалуйста. Также зачитаем на русском языке. И сказал Господь Моисею, говоря, когда будешь делать исчисления сынов Израилевых, при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного, сикля 20 гер, полсикля приношения Господу. Всякий поступающий в исчисление 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатый не больше и бедный не меньше. Пол шекеля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение. Скини собрание, и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. Амин. Всем шаббат шалом. Вся парашат Ашаво называется Китиса. Когда будешь исчислять, я хотел бы немножко разобрать это слово, это интересное слово. Оно не совсем имеет в виду исчислять. Это слово пишется с шин и алиф. Это похожее слово тиса, ехать, но это не то слово, потому что ездить или ехать – это самых айн. А здесь это слово с шин алиф от слова лясет – нести. Или также выносить или терпеть. От этого же слова есть слово несуин, брак или женитьба, что дает нам намек, что когда мужчина и женщина совершают брачный союз, то они должны понимать, в этом есть ответственность, которую они несут, и что они с этого момента должны как бы нести или помогать друг другу. И идея здесь, вот в этом послании при исчислении, заключается в том, чтобы те, кто исчисляют, не смотрели на людей как какой-то материал, который они считают, или деньги, или предмет, что каждый человек – это душа, живая душа, созданная по образу и подобию Божьему. Поэтому и слово «лясет», «китиса», когда понесешь, потому что это живые души, и за них мы несем ответственность. И поэтому в данном случае, когда они считали, они должны были подойти к этому с ответственностью. И если подход был неправильный, то были последствия, как мы зачитали в тексте. Ну, а тему я назвал «Пол шекеля за душу». «Махацита шекель авур нефеш». Бог не хотел, чтобы считали народ поголовно, чтобы в народе не появилось гордости или тщеславия, и чтобы люди не начали уповать на свои силы и способности вместо Бога. Мы помним, что за это Господь послал язву в народ, когда Давид сосчитал так людей, и было поражение, поэтому Мидраш Раши
пшатом, довольно-таки, да, простым объяснением, говорит, что надо было исчислить народ не вот так вот поголовно, а через приношение шекеля, а это по полшекеля за душу, и тем самым исчислить население. И то это распространялось только на тех, кому было 20+. То есть те, кто ниже 20, не входили в это количество, поэтому на самом деле этот метод позволял исчислить большую часть, но не всех. И неважно, богатый это или бедный, по полшекеля за душу, то есть это приемлемая была сумма для всех, и тем самым происходило вот это, ну, в русском написано «выкуп», в иврите написано «покрытие», от слова «капара» или «кипур», то же самое слово. То есть оно довольно-таки, на мой взгляд, лучше раскрывает тему покрытия, чем выкуп, да? Потому что что значит покрытие? Это защита. Для того, чтобы не было язвы, нужно было сделать, как Бог сказал, посчитать людей через вот это приношение по полшекелю, и была защита от язвы. Здесь через этот процесс заложен и виден глубокий духовный смысл или духовное послание для каждой души. Я хочу привести 5 таких моментов. Первое, из нашего текста, из данной темы, да, то, что поражает душу человека, это его гордыня, это его гордость, которая истекает из подсчетов своих каких-то достижений или желаний контролировать, а в итоге, может быть, и манипулировать. То, что мы знаем, было у сатана, и то, что привело его к падению. Второе. Каждая душа имеет вес. Слово «шекель», в русском тут «сикель», но это «шекель». Производное от слова «лишколь» – «взвешивать» или «мешкаль» – «вес». То есть каждая душа имеет вес. И тут как бы показано, что когда мы взвешиваем или оцениваем, если хотите, состояние своей души, мы тем самым на самом деле защищаем свою душу от гордыни и в итоге от поражения. То есть мы говорим об объективном, честном подходе, поэтому как бы образно здесь одинаковая сумма для каждого. То есть подход должен быть честный, подход должен быть объективный. Третье. Вне зависимости от социального статуса или положения в обществе, богатый ты или бедный, выкуп или цена за душу – та же самая. Другими словами, когда душа предстанет перед Творцом, земной статус не будет влиять на решение, что будет с этой душе на суде. То есть богатый богатством своим не выкупится, а бедный бедностью – не оправдается. И 16 стих мы читали, что вот это серебро выкупа от израильтян употребляться должно было на служение в скинии. То есть в итоге, другими словами, да, можно сказать, что выкуп своей души позволяет нам построить себя, как вот эта скиния, для служения Богу. То есть, когда мы постоянно проверяем маца в свой, состояние своей души, мы тем самым сохраняем вот это вот состояние скинии внутри нас, где Бог обитает, где Бог проговаривает к нам. И с другой стороны, мы также видим, как эта сумма, которая шла для скинии, символизирует вот этот момент, что да, вот многие души, они как бы через эти полшекеля каждый свой вклад вносили в скинию. То есть мы все с вами, каждая душа, по чуть-чуть, внося вклад, созидаем вот это тело Мессии. Поэтому ответственность на самом деле как индивидуальная, так и коллективная. И пятое. Возраст покрытия, как я уже отметил, души начиналось с 20 лет. На то время это люди шли в армию с 20 лет. И это показывает, что симан зрелости, симан – это знак, да? Признак зрелости, спасибо,
Это когда мы осознаем ответственность бороться не только за свою душу, но и за душу родных и близких. Понятно, мы не можем принимать решения за них, но все возможное, что мы можем сделать, мы должны. И вот интересно, что цифра 20, да, с 20 лет они шли в армию, в буквенном варианте это буква КАВ. А буква КАВ – это латонь на иврите. То есть признак зрелости на самом деле – это когда человек действительно может взять ответственность, и он уже начинает отдавать больше, чем ожидать принять. Я хочу также зачитать слова Иешуа из Матфея, 16 глава, что Иешуа говорит про душу. Матфея 16, 25-27. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего и ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его». Амин. Несколько моментов отсюда взять, то, что учит нас наш Мессия, наш Раввин Иешуа. Душа, она бесценна. А мир пытается убедить нас, что она, да, что-то как бы стоит, и ее можно обменять на что-то, то есть ее можно купить. И дьявол торгуется, он предлагает какие-то мелочи за товар, потому что на душу он смотрит как определенный товар. И то, за что тебя купили, тем ты на самом деле и оцениваешь свою душу. Я думаю, вот эта мысль, как бы она для меня лично масштабная, потому что это правда. То, за что меня взяли, тем самым я в итоге и оценил свою душу. Поэтому на самом деле мудрый на торгу, он обязан знать стоимость вот той или иной вещи, чтобы задешево не продать ее. Друзья, мы столько вкладываемся вот в этот мир, в это земное. Мы тратим всю свои энергии, свои деньги там, в образование, в здоровье, карьеру. Я не говорю, что этого не надо делать. Но когда в сравнении с моим вкладом в душу вот первое преобладает, то тогда оно становится вообще как бы ненужным в свете вечности. Потому что ты можешь, да, стать самым успешным и умным и защитить себя здоровьем. Люди омолаживают себя операциями разными и так далее. Но сколько времени, давайте задумаемся, мы вкладываем в то, чтобы помочь нашей душе, в том, чтобы развить нашу душу. Ведь мы с вами понимаем, что как тело и интеллект нужно развивать через образование, и это, да, вклад. Не просто одной школы, да, там институт, университет или еще что-то. Почему мы не думаем, что в душу нужно вкладываться как минимум столько же? Я не говорю, что все должны пойти учиться в библейских институтах, но обращать внимание на развитие моей духовной личности. Я думаю, время действительно последнее, и нужно повзрослеть именно в том, чтобы мы могли здраво на весы класть вот эти категории и правильно уметь их взвешивать. Пусть Господь нам поможет и благословит каждого в этот шаббат. Аминь.